Футбольный клуб «Тверь» одержал третью победу подряд в ПФЛ и продолжает находиться в лидирующей тройке. В матче 19-го тура команда Вадима Гаранина уверенно обыграла «Муром» из Владимирской области. Встреча проходила на Тверском стадионе «Юность». Подробности в материале нашей съемочной группы. В день космонавтики 12 апреля футбольный клуб «Тверь» показал поистине космический футбол. Начало разгрому «Мурома» из Владимирской области положил Юрий Петровский. На исходе первых 25 минут игры на углу штрафной он получил пас от Дмитрия Рощупкина. Не стал мешкать, развернулся и точным ударом отправил мяч в дальнюю девятку. На чужой половине поля удар! Вот это мяч, дорогие друзья! Космический! Юра, ты космос! Петровский Юрий. Юрий Петровский открывает счет в сегодняшнем матче, забивая великолепным ударом. На этом подопечные Вадима Гаранина не остановились и продолжили оказывать давление на ворота муромчан. Результат не заставил себя долго ждать. На 40-й минуте все тот же Дмитрий Рощупкин пяткой отдал на Ярослава Ивакина, который увеличил преимущество Твери до 2 мячей. Второй тайм также прошел преимущественно под диктовку хозяев, а на 79-й минуте Алексей Курзенев точным ударом с 11-метровой отметки и вовсе довел счет до разгромного. Без шансов забивает Алексей Курзенев, без шансов для вратаря «Мурома». Впрочем, надо отдать должное муромчанам. Они нашли в себе силы один гол отыграть. Тем не менее, последнее слово осталось за хозяевами. В концовке матча вратаря «Мурома» из пределов штрафной расстрелял Кирилл Ушатов. 4-1 – более чем уверенная победа тверитян, которая стала для них третьей подряд с момента возобновления чемпионата. При этом общий счет в этих поединках 7-1 в пользу команды Вадима Гаранина. Однако даже 9 набранных из 9 возможных очков не позволили Твери подняться в турнирной таблице. Занимающая второе место «Динамо-2» также показывает 100% результат этой весной. Отрыв тверитян от москвичей – 2 очка, от лидирующего Долгопрудного – 10. Следующий матч команда Гаранина проведет 17 апреля на выезде. Соперник – «Локомотив Казанка».